Усиленные кузова и самосвальные установки – главная продукция барнаульского завода «Алтай Кузов». Уже 6 лет с самого основания предприятия постоянно совершенствуется, а в этом году оно значительно расширило производство. Производство предприятия «Алтай Кузов» совместно с заводом «Ставприцеп» начало производство прицепной техники на Алтае. Соединив проверенные прочные шасси от ставропольского завода «Ставприцеп» с кузовами и самосвальными механизмами от «Алтай Кузов», специалисты получили качественные и надежные самосвальные прицепы. Кроме того, сотрудничество позволило значительно снизить цену и приблизить продукцию к алтайскому покупателю. Для того, чтобы не ехать в среднюю полосу за прицепной техникой, не тратить свое время, деньги и так далее, можно все это приобрести здесь и в очень хороших условиях. Новый, удлиненный до 6 метров прицеп обладает усиленной рамой и подвеской, оснащен немецкой тормозной системой и итальянскими гидравлическими механизмами. В качестве любой покупатель может убедиться сам, приехать и буквально потрогать технику руками. Под клиента можем доработать конструкцию, сделать там универсальное открывание бортов, плюс еще какие-то сделать дополнения, допустим, к этой конструкции, опять же, по желанию клиента. Это очень удобно. Совместными усилиями предприятия изготовили легкий, надежный и эргономичный прицеп. Именно такой и нужен каждому хозяйству.